Нет! В смысле? Я уже тебе. Всем привет, друзья, с вами снова я, Артём. И кто со мной? Ленифар, Елисей Пухин. Сегодня будем играть против Артёмка Маркова 228. Здесь? Где ты? Сколько у тебя хп? У меня один. Чай, Елисей, погоди, ты немножко тихий, я тебя погромче сделаю. Я обосрался, ты вышел такой. Здравствуйте, я Максим с компанией. А можно без плохих слов? Я вообще-то записываю. В смысле? Прямом. Ты что такое? Я тебе хочу дам. Ну, попробуй. О! Я еще боковые. Чего? Не понял. Ты без прицела убил? Не знаю. Попробую сейчас без прицела, но с этой консолькой. Не знаю. Я, короче, без прицела. В смысле, че ты? Все, удаляем из друзей. В смысле? Я им по. А я себе маленькую сделал, там будет все сложно попасть. А я сейчас без прицела. Блин, это сложно. Попал? Без прицела, без прицела! Я просто с консолькой. Даже. Блин, я просто... Я всегда с другом, с мистер Красавчиком играю на Полега 2 вот этой. Ну там очень сложные игроки попадаются. Давай без прицела еще. Попал? Нет. Чего? Сложно. Без прицела было. Да я просто в большой просто играю. В смысле в большой? Я не знаю как. Ну, с большой вот этой консолькой. А, я наоборот с маленькой. Как говорить? Давай теперь с прицелом. Ну, а я буду без прицела. Я прописываю НЗ. Тоже прописывай НЗ. Не-не. Чтобы без прицела. Прописал НЗ. Окей, раз такой с прицелом. Ну чё? Застрелил? Блин, не страшно. Ой, я обосрался. Да? Серьезно? Да, это просто такой драк. У меня тут Максим. Давай сейчас, типа, я выиграю, я такой профессионал, и на меня все подпишутся, а на тебя все отпишутся. Давай. Ну, попробуем. Знаешь, что план... Блин, у меня лагает. У меня пинг плохой, Пинг? Ой, да, у тебя такой хороший пинг. Да, большой очень. Да. Смотри, сейчас хэдшот дам. Попробуй. Где? А ты. Говорил, хэдшот дам? Говорил. Я давно прицел не менял. Сам говоришь, прицел не нужен тебе. А сам, блин, я пошел за прицелом делать новый себе. Вот с этим мне комфортнее. Комфортнее? И... А играть со мной тебе комфортно? Ты чё гуляешь? Где гуляю? О! Пацан, ты просто... Ты кто такой? Ой-ё! Я тебя не знаю. Блин, знаешь, я сейчас с нами играю... Ой! Ничего себе. Вот это поворот. И ты остановился, да? И ты остановился. Нет, сейчас реально что-то да. Ну только Саима ВХ. Ну это не читы, конечно. Ну да, это же не читы. И радар хак. Патроны закончились.
последним патроном. У тебя 84 хп было. Ой, 16. Вообще беспредел. Я тебя сейчас последним... Чисто последним патроном убил. Уху, жестко. Я читер про... Вешенал. Я читер профессионал. Я читер. Кстати, смотрите, у меня есть тачка. Погнали. Ел, а я богат, у меня тачка есть. Лови телеки. Где? О, М-видео. М-видео. Злой директор. Злой директор не дает стыбзить телек. Кстати. Что за беспредел? О, я меткий стрелок, как всегда. Ага. А я самый ценный сити. Кто ты? Не знаю. Чабурек какой-то. Так, 4 фейл. Погнали. Так. Погнали еще раз. Погнали еще раз. Воу. И всем привет, с вами Кошкины и Делегазовы. Чё, Кошка? Бежим. Мне нужен телек. Ничего себе. Это повороты. Тебе нужен телек. Лови телеки. Ой, не то. Ничего так, что машина в небе летает. Блин. Чё летает? А чё российский автопром делаем? Я поехал от тебя, нафиг ты мне нужен. Ладно, я себе телек возьму. Много телек. Лови телек. Я в телеках застрял. Ты просто... Russian Army. Давай заново, давай только... Да подожди, этих, я поехал. Не тот. Чё у меня телек-то ставится? Блин, да я богат, у меня телеки. Чё? Летальные телеки. Теперь богат. Откуда телеки? Я помню. Обнул зум в голову. Ничего себе. Давай уже без телеков. Давай уже без телеков и без этих машин твоих. Брум. Я только себе здесь телек поставлю и все один. Да, я себе. И буду смотреть киношку. Да, я себе тоже одну машинку. Рум-дум-дум. Такой киношка крутой вообще. Я себе тоже одну машинку поставлю, хорошо. Вообще Майнкрафт надоел, КС-ка вообще плохая, все удаляем, все. Да, бум! Алексей, я тут с машинкой переборщил немножко, подожди. Машинка большая, слишком. Че ты какая-то большая слишком у тебя машинка? Машинка для зомби-апокалипсиса в самом. Че? Вообще крутая машинка прям. А что-то не прям, понял. Прям. Вы, может, опуститесь на землю, молодой человек? Получил. На, пил. Ох, хватит, на тебе твои телеки, мои телеки. Знаешь, я тебе сказал, ой, где? Ты в машине моей. Ай, спину сломал, нога больно в ноге. Мне тоже больно. У меня 70 хп. Блин, давай только без своих машинок уже. Да, конечно. Да, блин, у меня лагает, у меня пинг вообще. Машины — это святое. Да хватит их спавнить. Да это не. Да ты мне сейчас все карты засоришь. Да? Да ты надоел. Че, правда? А ты мне надоел. Все, лови телеки. Телеки на славу. Телеки на Россию славу. Россию продам за славу. А-за-за-за-за-за-за. Телеки на славу. Телеки на славу. Вот
Телеки на славу. Там... Телеки на славу. Нормально, что там в небе машины летают? Это нормально? Елисей, смотри, какое небо стало красивое с машиной. Елисей, видимо, в машинке задохнулся. Мне надоело все. Елисей в машине задохнулся, видимо. Вау. А что ты только что? А мне просто надоело это все уже. Давай уже реально без телеков твоих и без машин. Ладно, давай. Тебе только одну разрешаю. Опс! Нечаянно хедшот поставил. Ну это же нечаянно. Ха-ха-ха, ловите. Я нечаянно калашниковым. Я здесь опять немножко машинку сделал. Большую машину. Ну ты там случайно не три сделал. Две. Одну. Может быть четыре. Телеки на славу. Да ёлы-палы, откуда? Водопад из телеки. Да чё? Происходит, происходит. Не бейте меня! Хозяин, не бей! Хозяин! Гав-гав! А хороший пес. Упс, нечаянно. Просто поджидал. Ты такой гав-гав. Ну да, есть такой. Привет, собачка! Няма. Телеки на славу! Телеки иди ко мне, я... Телеки на славу! Ты где вообще? Не знаю. Тут я решил подрубить ВХ по-тихому. Может быть. Все возможно. Чего ты отстрелить пытаешься? Стоять. Да. Окей. Ты чё орда дварда дарда дарда? Выпустишь видео, я хочу посмотреть, ты там что-то включил, орда дварда дарда дварда. Телеки на славу. Теперь. Не нравится это делать. Это у меня такой спирт. Ой, я чай на калаш подобрал. Вон калаш 6 сейчас. На кошатников. А ты где? У меня 2 хп, у тебя? У меня 2. Блин, сейчас, если ты не тот шаг сделаешь. У тебя реально 1 хп? А у тебя было сколько? 70. Ну, я пошел сам. Ну я не... Будешь идти? Я не туда вышел. У меня реально 1 хп было. Ну ты, в принципе, видел. Ой. Славу. Ладно, на этом все. Всем пока-пока.